Просто жду сейчас, когда обрабатывается скоростной пейзаж старый. Думаю, сегодня я порисую, да. Я просто как бы по наитию рисую. Но лучше было бы именно вот то, что вот вот один чел есть, который примечает что-то пока что. Я вот на это упор сделать в рисовании игры, пейзажи из готики. Просто многих вещей не понимаю, как бы в себе и вообще. Какие именно сильные стороны, что там рисовать. Ну вот, например, ему понравился логотип, как я нарисовал. Вот я попробую нарисовать еще один пейзаж тоже с таким логотипом из готики. Чтобы бросать курить, это надо мне дополнительно получить рецепт или там без рецепта, я не знаю, но достать, ну, купить в аптеке специальные таблетки, которые для бросания курить вещество содержат, и закупиться жвачек или конфет каких-то, вот дофигище тоже потратится, и желательно не знаю, наверное, лучше проводить время в саду или за работой. Просто у нас холодно. Холод бывает сильный. И уже скоро будет осень. Я бы хотел, конечно, начать фермерство, вот эту вот свою тему, вот эту вот с землей, с червячками. Соснов начать. Пока что у меня вот дождевые червячки, но это так фигня. Но зато у них единственный плюс — это то, что они сибирские зимы переживают, выживают каким-то образом. Почему не смогли сделать более крутого червяка, который бы выживал в еще более суровых морозах? Наверное, сложно генетика сделать такое. А было бы полезно. Хотя зачем червяки и почва в тех местах, где очень суровый климат? Там же ничего не растет толком. Короче, да, танки вот по упрощенной схеме сделают, как в World of Tanks, только на бумаге, и ты не знаешь, что у противника, вот в чем интрига. Там еще в этом World of Tanks есть всякие, ну, много дополнительных фишек, типа смотровая труба, которая увеличивает обзор, просветленная оптика и, ну, там, вентиляция, это так уже слишком сложные темы. Это слишком такие детали, пока что я еще не готов к ним. Я бы хотел сегодня в сад поехать. Если получится, поеду в сад. Может, игра не удастся, но посмотрим. Бросать курить — это надо как минимум год держаться. Целый год.